Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Ид аль-Фитр отмечается как традиционный праздник, который предлагает семьям и друзьям прекрасную возможность встретиться и провести время. С каждым годом возрастает значимость смысла праздника. В прошлом году Демет Аздемир поехала навестить мать Джана Ямана. Мать Джана Ямана пригласила Демет к себе домой вместе с семьей, чтобы отпраздновать праздник. Когда Демет Аздемир посетила мать Джана Ямана, она угостила его множеством классических праздничных блюд. Мать Джана украсила его бараниной, запеканками, пирогами, равиоли, супом и начинкой из эстрагона, а также различными супами и десертами. Во время еды это было среди комплиментов Демет. Во время празднования его мать также подарила Джану Яману и его друзьям различные подарки. Были представлены вязаные изделия ручной работы, домашний шоколад, натуральное масло и этнографические подарки. Хотя он был приготовлен специально для каждого из них, у Демет были и особые подарки для друзей. Демет Аздемир с большим удовольствием передала подарки, полученные от матери Джан Яман, своей семье и друзьям. Во время праздника и Демет Аздемир, и мама Джан Яман очень повеселились. Мать Джана была очень рада приветствовать Демет в своем доме. Демет прекрасно провела время в приятной атмосфере праздника, отмечавшегося в доме матери Джан Яман. Этот опыт подчеркивает важность близкой дружбы Демет с Джаном Яманом. Демет Аздемир поехала навестить мать Джан Яман и очень хорошо ее встретила. Мать Джана Ямана также пыталась встретить любовь и уважение Демет к Джану. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Ид аль-Фитр отмечается как традиционный праздник, который предлагает семьям и друзьям прекрасную возможность встретиться и провести время. С каждым годом возрастает значимость смысла праздника. В прошлом году Демет Аздемир поехала навестить мать Джана Ямана. Мать Джана Ямана пригласила Демет к себе домой вместе с семьей, чтобы отпраздновать праздник. Когда Демет Аздемир посетила мать Джана Ямана, она угостила его множеством классических праздничных блюд. Мать Джана украсила его бараниной, запеканками, пирогами, равиоли, супом и начинкой из эстрагона, а также различными супами и десертами. Во время еды это было среди комплиментов Демет. Во время празднования его мать также подарила Джану Яману и его друзьям различные подарки. Были представлены вязаные изделия ручной работы, домашний шоколад, натуральное масло и этнографические подарки. Хотя он был приготовлен специально для каждого из них, у Демет были и особые подарки для друзей. Демет Аздемир с большим удовольствием передала подарки, полученные от матери Джан Яман, своей семье и друзьям. Во время праздника и Демет Аздемир, и мама Джан Яман очень повеселились. Мать Джана была очень рада приветствовать Демет в своем доме. Демет прекрасно провела время в приятной атмосфере праздника, отмечавшегося в доме матери Джан Яман. Этот опыт подчеркивает важность близкой дружбы Демет с Джаном Яманом. Демет Аздемир поехала навестить мать Джан Яман и очень хорошо ее встретила. Мать Джана Ямана также пыталась встретить любовь и уважение Демет к Джану. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.